Ядяровское озеро зимой находится на севере города Шкурки. Широко известно тем, что здесь проходят крещенские купания. Оно не глубокое, где-то максимум по плечи. Поэтому купаться не страшно, утонуть нельзя. Но видите, небольшое. Слегка заболоченное, заросло тростником. Там даже карьеры. Тут пляж с этой стороны, зона отдыха. Крещенские купания происходят. Видите, что остались? Сетка, где купались. Чтоб далеко не ушли в воду. Вот тут пляж. Там он зона отдыха.